Всем привет, тут солнечно, это на проводе, погода сегодня классная. Действительно, Италия сегодня солнечная. Я просто на минуту задержалась в начале видео, присматривала, загорелась ли красная кнопочка, типа снимали я или нет. Мне сейчас нужно на почту, мне пришло извещение. Не знаю, что, или те ботинки, которые заказали Софии, пропали они. Они давно, очень долго, кстати, это первый раз я на Амазоне беру, что вот так вот очень долго посылка приходит. И они говорят, они ко мне приходят, типа оставляют у меня бумажку, что мы к вам заходили, вас не было дома. Дома я была, или звонок иногда не работает, или просто даже никто никуда и не звонит. Я не знаю, а потом надо писать, сидеть этому продавцу, там связываться. Это такие яйца, я терпеть это не могу. Ну вот пришло какое-то извещение. Сейчас надо сходить на почту, она работает всего до 12 с чем-то. Поэтому надо быстренько-быстренько потом забежать в магазин, что-нибудь купить. Я даже уже не знаю. Кстати, что вы со мной делаете? По предыдущим видео, комментарии, огонь просто. Я насмеялась. Я такой человек, что меня очень тяжело рассмешить. Боже, сейчас будет это так, наверное, некрасиво, но я со своих шуток иногда смеюсь больше, чем когда шутят другие. И я вчера смеялась прямо в голос. В голос. У меня дети сбежались. Говорят, мама, что такое? Я смеялась в голос. Вот как прям вот так. Что вы. Не, ну конечно, там были те, которые все равно нашли. Вот я все равно нашли что-то не такое. И прям видно, что люди меня на нюх не переваривают. Бляха-муха, но сидят и смотрят, впитывают в себя. Я прям в шоке. Здоровья вам, удачи. Пусть вам сопутствует, пусть ваши мечты сбываются. Но в основном комментарии были, это улет, это просто, я не знаю, я прям смеялась. Ну все, молодцы вы, конечно, харизматичные люди. Ой, как говорит, короче, спортсмен и женщина на ресепшене, всем понравилось. Так интересно, когда он меня все время слушается, когда я говорю, так, иди вот, это, вот сюда и вот сделай то. Он, нет, а я как-то, знаете, это как-то глаза закрываю, типа, ну надо, надо. И он идет и делает, ну так смешно. Так, а что я говорила? Сейчас мне надо в спортзал, потом, вот это же написали тоже, что типа, вот она нифига не делает, типа, полуфабрикаты разогревает. Я понимаю, если вы живете в деревне, у вас корова, коза, куры. И вы разогреваете полуфабрикаты. Еще что-то как-то. Сейчас пол страны, пол мира разогревают полуфабрикаты. Ну, короче, мы с вами. Ну, короче, я даже спорить на эту тему не буду. Да, сижу. Дай бог мне еще так сидеть. Дорого, богато, долго. Дедушка с бабушкой. За ручку. Вот. Вот это любовь. Вот это кино. Ой, мне снился сон на днях, что я беременная, что я родила. И я прям не знаю, куда с этим детем деваться. Боже мой, какой кошмар. Прям-то прям вообще. Господи, спаси, сохрани. Вот это вот была школа Саша Софиина. Вот с этой стороны у них был этот самый детский сад. То есть вот с этой стороны, где они выходили, это детский сад. Видите, площадка пустая, ни качели, ничего нет. Никто не парится. Я здесь окраинами говорю. Здесь уже такими, знаете, маленькими улочками с почты возвращаюсь. Мне надо через китайский магазин, потому что вчера хотела включить батареи, отопление дома. Блин, и не было батареек. Саша говорит, давай я сбегаю и куплю. Я говорю, куда же ты пойдешь в воскресенье что-то покупать? Вот, и хотела... Мне же нужно проверить отопление, потому что там что-то, когда еще мой зал делали, мою комнату, это в декабрь, был месяц, помните, когда делала ремонт, и там что-то, короче, мне пацаны что-то нажали, в общем, ну, я хотела на автоматик поставить, ну, допустим, там, по времени, да, допустим, там, в 5 оно само включается, допустим, там, и там, ну, к примеру, там, в 6 утра само выключается, и там что-то сбили, и не могли, Серега говорил, я в этом не разбираюсь, не могли настроить, и все, и потом, ну, ручное отопление, ну, типа, сам включился, часы, которые тебе надо, вот. Протапливать квартиру днем без толку, потому что температура плюсовая. Даже если дождь идет, это логично, да, дождь идет, температура плюсовая. И включает, ну, без толку батареи, потому что все равно ты включишь батареи. Допустим, эту Карлу очень быстро разогревается дом. Потом начинается
Жарко, хотя, конечно, там, где живет он, там другая совершенно температура воздуха, там ниже градуса, понятное дело, поля, огороды за городом. В общем, мне надо купить батарейки, сейчас прям не забыть. А потом, ой, даже я не знаю, что-то побежать купить на обед. В общем, короче, все как у всех. Здесь уже все к Новому году. Боже мой, какая красота. Мне нужно купить еще девочкам посмотреть. На дверь все-таки вешалку. Я не могу без этой вешалки. Однозначно. Однозначно я без этой вешалки не могу. Так, ну у меня бы еще вот этих бы штук мне. Это самой резать надо, да? Не знаю. Так. Честно, себе это все не хочется. Пакеты я тоже себе купила. Вот эту вот штуку мне надо. Но мне надо эта штука, чтобы она была вот в таком весном, подвесном состоянии. Понимаете? Для того, чтобы воздухом обветривался сам ёршик. Вот такой. Такие некрасивые, блин. Жалко, у меня была утка красивая, но она такая уже старенькая была. Я ее выкинула. Ну, вот такие вот. Или вот такую вот беленькую. Такую беленькую, не морочу себе мозги. Потому что вот это вот, когда вы ёршиком пользуетесь, потом вы туда его вставляете, и там все микробы прям вообще размножаются прям идеально. Ну, беленькую, короче, возьмем. Потому что надо ёршик по-любому. Так, и детям посмотреть надо тряпочка. Что-то меня не вызывает. Ширинка опять расстегивается. Сегодня в Сашины штаны влезла. С перепугу. Девочки писали вот за такие вот пакеты, видите, там для обуви, для всего. Мне вешалка нужна. Я тут раз вешалку брала. Мне нужна вешалка, просто повесить ее за дверь, чтобы туда девочки пока вешали курточки свои. Потому что она все висит на дверной ручке. Ну, допустим, даже такая вот розовенькая, она подойдет. Сколько она? 5,50. Короче, такие дела. Я зачем я приобрету здесь? Вот такая полка бы мне не помешала бы. Я бы ее покрасила бы. Она еще закрывает. Да, подожди, лучше когда буду уже все брать. Для полотенец мне нужно. Короче, беру я вот эту вот, значит, розовенькую. Или серенькую, вернее, ну вот это. Опять разница, в принципе. Ладно, сейчас я здесь определюсь. Смотрите, здесь у нас продают эти самые вазочки. Еще розовую взяла, если она не видно. Мне нужно цветы пересадить, которые у меня на подоконнике стоят в подъезде. Я прям не знаю, пересаживать. Пластмасса это. Фиолетовый. Блять. Фиолетовую вазу. Нужно взять, пересадить цветок. Так. Потом. Вот такие вот красивые штуки, видите. Если садить белую вазу, потом покупать этот самый, да? Ну, только белый надо покупать, такой она уже не надо. Вот такая красивая курица. Прям вообще 20 евро. Так, ну что, мне теперь надо определить, это что я беру, какую я беру вазу. Однозначно вот это я тащить на себе не буду. Мне нужна простая ваза. Мне там есть лиана. Пересадить надо. Такое. Покупаете эту самую штуку, садите цветочек, потом туда вы ставите, и такая красота получается. Допустим, лов розовая. Может мне купить белое, потом просто туда поставить ее. Мне даже не просто тащить на себе сейчас вот это вот не хочется. Мне же, мне еще надо же за этим идти.
хочу рабыть. Что-то я вчера думала, так и не решила. А ну-ка, я посмотрю вот эту вазу. Вот эту вот. Это такая она тоже симпатичная. Вот по 3 евро есть такие вот вазы. Что вы скажете? Вот такая вот. Мне по-любому надо пересаживать цветок. Буду сейчас решать. Здесь шторки, где я брала. Слушайте, между прочим, знаете, уже хочется, да, там, знаете, цветочек насадить, поставить там на рабочую поверхность, на кухню. Вот, но у меня на кухне, на шкафы деньги есть. То есть я могу поехать купить эти там 2-3 со столешницы. Но у меня сейчас, Саша, надо репетитора проплачивать. И мы нашли девочку одну. Вот. Одна берет 20 евро в час, другая берет 10 евро в час. Физика, математика. Но она очень, одну нашли, она за другим городом. И все же надо будет, ну, там, после школы к ней заезжать. Вот. А другую вот сейчас я буду звонить по Физе. Искать, естественно, в Физе мне удобнее же. Так, и, в общем, палка двух концов. Не одно, так второе. Ну, да, такие классные штуки звонили. Я уже купила, правда. На кассе девочка на эту пасту поставили, это капец, это не меланхолик, это меланхолик, пассивный меланхолик, вообще так все медленно, вообще просто, даже, ну, медленно все. Ну, в общем, взяла я горшок там для одного цветка, земля же у меня есть, а вот, потом, что мне надо, взяла эту вешалку девочкам за дверь в комнату, потому что ни пижаму не повесить, ничего. Вот, и что еще я взяла? А, ну ёршик и все. В этом магазине батарейки. Взяла много батареек, потому что нужно проверить. Сегодня хочу я проверить. Вечером включу отопление, посмотрю, если оно заработает. Что мне для... Вот Петя же едет домой, и мне до его отъезда надо все решить, все дела. Блин, ну, короче, как-то так, девочки. Пакет большой взяла. Сейчас зайду что-нибудь куплю, фрукты у меня есть. Куплю хлеб вот этот интеграли. Нарезка у меня есть. Яйца есть. Картоху куплю. Помидоры, огурцы есть. Поэтому кто-то в комментариях, кстати, написал. Говорит, купила овощи, 3 огурца. И смеется в комментариях. Между прочим, это самое. Италия должна мне сказать спасибо, что я еще... Здесь единственный житель, который огурцы покупает. Огурцы ужасные, они все прям детокс. Хотите, вон, наелись килограмм огурцов, и все, вам обеспечена чистка организма. Берешь по 3 огурца, и то это много, потому что они потом попортятся, но его нафиг. Сходил, купил потом свежий. Куда накупать это все? Если бы это магазин далеко был, или это было бы дефицитом. Ну все. Картошку, без картошки не живу. Масло у меня, ой, с запасами, сливочное, не сливочное, это подсолнечное. И то самое, и оливковое. Прям запасы. Рис тоже есть, как-то давно его не варила. А вот. Макароны как-то вообще очень редко макароны едим. Прям когда захочется макарошки с яйцом, может быть. Не знаю, картоху куплю. Куплю филе куриное. Все. Что еще надо, я не могу понять. Чем еще забивать холодильник, товарищ? Случились, видите, с лицеев едут. Это вот автобус идет на аэропорт. Вернее, он раньше шел до аэропорта, сейчас, по-моему, поменяли вообще его. Ну, в общем, я в хорошем настроении хоть купила, ладно, эту вешалку. Она, ее не надо прибивать, она просто на дверь вешается, да? И все. А у меня ванная такая висит, очень удобная. Хай будет, она у нас там всегда была. Всегда удобно, ничего на кроватях не валялось. Ну, в общем, сейчас я приду, буду что-то я... А что я не буду я ничего решать, не буду я никуда спешить. Не хочу я. Вот этот ламрос, видите, он до аэропорта раньше шел. Не хочу я смешить, отпустить людей, смешить.
Буду сейчас девочке звонить еще одной за репетитора. Буду спрашивать, если она по времени сможет приходить, чтобы удобно Саше было. Чтобы Саша пришла со школы, отдохнула, поела. И, может быть, к вечеру. Потому что все равно на час у вас не получится, у вас больше будет. Все равно у вас будет больше лекция. Ну, пусть даже не 2 часа, но минимум 2 часа все равно может быть. Ну, пусть будет 1.5. Ну, вот. Пока будем брать 2 раза в неделю. Там посмотрим. Ну, ладненько. Какое солнце палит прямо в спину. О, жара. Елочку купила такую маленькую. В этом магазине надо сразу, если цветы вот только поступили, сразу их покупать, потому что они их потом не поливают, они у них очень быстро засыпают. У меня была вот такая елка. Кто меня давно смотрит, она у меня выросла. Я не знаю, прям вообще елище целое было на подоконнике. Потом пересадила ее в сад, она завяла, потому что им надо... Надо поливать, короче. Я думала, будет хватать воды земной, но нет. Ну, в общем, видите, такая вот елочка. Хочется уже, блин, прям засадить все цветами красиво. Посмотрю сейчас, что буду делать по дому. Сейчас я суп сварю. Купила замороженные овощи на суп. Минестроны называется. Там уже комплект полный. И белье надо будет вывесить. Черное я стираю, потом постели поменять. Воспользоваться случаем. Военные поехали в кузове. Блин, погода прям шикарная. Аж жарко. Так. Ho sentito, pensavo che questi giorni. Sì, certo, poi andata via, però tornavo da lì qui per la strada. Cosa fa? Era a casa. Ah, ah. Era un treno. Passo stasera. Entro la giornata. Sì, bravo. Da tanto che non l'ho visto. Vedi, mi hanno detto вот забрать себе домой. Я насмотрелась на сайте Pinterest, что вот эти вот такие вот старинные, типа, очень модно оказывается. Его надо себе забрать. Вот скан поставить посередину. И вот надо землю добавлять. Елка. Это Джон Стефано. Чао. Good morning. Chiave canti qualcosa oggi o no? Niente. Niente. Devo preparare. Ah. Я решил не выспаюсь, я к маме приехала. И этот цветок мне надо пересадить. Тут ваза хорошая, но надо пересадить в маленькую вазу, потому что для него очень много места здесь. Он не для себя приятно чувствует. Короче, есть будет чем заняться. Короче. Видите, у меня еще есть вот такая ваза. То есть сюда можно посадить. Ну, это такое. Так, добежала домой, что-то я сначала посадить меня. Ну, вот, теперь я опять получила, я говорила, да? 8-9 она получила анатомия у нее. Хорошо, молодец, учится. Она говорит, мы с ней целый день не будет, я приду, говорит, мне там по делам надо, куда ее практику отсылаю делать. Забрала свои кофты. Куртку-ветровку адидасовскую забрала. Ну, это прям ветровка-ветровка. Сейчас вам померю покажу, но я продаю без телефона. Что купила? Я купила эти самые батарейки. Вот такие вот я купила батарейки. Потому что там Саша еще хотела в приставку Wii поиграть. И я не знаю, какие батарейки нужны на этот, на пульт. Все, так. Че вы, моряк? Сейчас будете есть. Че вы? Штуку вот эту вот она мне нужна была. Я старую гору выкинула. Так. Окна у меня открытые. Хочу воду по интернету заказать, чтобы воды подвезли. Опять булки на ночь, ночью. И все прелести утром на лице. Потому что булки, вода. Ну, такая вот обыкновенная, ведь ёршик, правда, белая, черная, но ничего страшного. Он мне нужен прям был, нужен был этот ёршик, потому что я старый выкинула. Минестроны, овощи замороженные. Так, куда? Мандарины.
Вот такие вот йогурты. Черешнево с бананом. Картоху, мы без нее не живем. Такую картошку. Хлеб, кстати, не интегралит. Филе куриное. Ой, давай, давай, давай. Да там таки, гварда, а кести джорни парлава дите. Вени, гварда кома виво. Ты имаджини. Веди ки сенца ла кучина джа да терца мезе. А переке е пено финито фаре ли лавори. Questa roba tutta nuova, sì, tutta... Io non ce l'ho, figurati. Nemmeno frigo, io c'ho niente. Guarda in camera, dai, sei dimagrita tantissimo, guarda in camera delle bimbe come ha fatto. E fate portano la cucina? Sì, li devo andare a comprare, sì. Questa è camera delle bimbe hanno fatto. Quindi te l'hai fatta un po' più... Sì, tutti i mobili hai cambiato, anche là, tutto. Poi la camera mia ora un po' disordine perché tutta roba da qua è andata lì. Il caidoio, vedi che... Il mio ragazzo, il mio amico, ora te lo spiego. No, не, не, не мой жених, мы знакомы, блин, Саша, пижама там. Смотри, Клеопатра, здесь все побелили. Венго, венго, венго. А, да ты, гварда. Видишь, его на лимобиле. Кви она фотолавору, в баню. Бинката тут. Ла доча ancora еще до камбя тубили. Sì, però vabbè, Marina. Нет, классно сделал, классно. Так и здесь, гварда, Клеопатра, тут бьянка, тут мобили манка. Guarda il mobilito, bello su. А, ti piace questa? Sì, ah, vista, ora li dirà i metafiori, sì. Sì, sì, guarda. Vabbè, camera mia ancora. Ti come stai? T'a posto? Sì. Dove sei sparita tanto che ti sei mancato? Ero da Ingrid, lo sai. Dove ne vuoi, Clepatra? Io ti dico, ma va bene, Marina, No, ma questa ora io sta facendo... No, questa qui ora mi sta cavarando. Questa qui viene, vedi che hanno fatto le gambine. Bene, bene, Marina. Anche te ora ti trovo a cucinare così perché... Per ora sì. No, ma sai che io soldi ora per andare a comprare queste... Non ho cambiato la cadena. No, tanto tempo fa. Senti, io sono andata, ci posso andare a comprare quelli tre mobili mi servono per il forno e basta. Però come la bimba va oramai a scuola con le cose, ci vuole una signora che le viene a fare ripetizione. E allora io non so, o mi prendo mobili o mi pago la bimba. E allora preferisco pago la bimba. Tanto per ora si tira così, capito? Poi finalmente la... Sì, io a me mi funziona una. No, perché a me mi capita sempre qualcosa che non mi riesco. No, perché qui i mobili ci sono pochi. Ma vedi che guarda, sotto la finestra... Che c'era quella cosa lì che aveva messo caldo, sì. No, sotto la finestra era una bucata. Ora vedi che è tutta dritta abbiamo fatto. Abbiamo cambiato le riprese. Ora lavandino sarà qua. Lavandino, vedi, tu mi sono spostato. Sì, sì. Lavandino è questo. Cioè c'è tutto, mi è rimasta solo un mobile. La caldaia? Guarda di come è diventato quello. Eppure ancora... Io compro la caldaia. Cioè da... Non me la dà la cosa, non me la danno loro. Oh, piano piano, Cleopà. Piano piano. Sì, poi quel ragazzo di casomai. Fra 10 giorni me lo dice per farmi un po' vernice a casa. Perché lui fra poco parte, perciò se te... Quando? Prima della fine del mese? No, ma lui parte per fare le denti, mi sa che lui ha detto in dicembre. Ah, no, no, io faccio prima, ora. Lui viene giovedì, li faccio salire da te così parli con lui. Sì, sta piacendo una casa. Vabbè, ci si vede stasera.